Всем привет! Я решил вынести отдельное видео приготовление жареных яиц по-французски. Собственно, и что покушать, да, осталось только пожарить яйца. Я постараюсь детально показать, как их делать. Наливаем масло на сковородку. Даем растечься. Масло должно полностью покрывать сковородку. Огонь медленный. Сковородка разогрелась, и сейчас будем выбивать яйца. Яйца мы вбили. Сейчас мы их немного подсолим. Просто чуть-чуть, потому что у нас соленые огурцы. Вот, чисто так вот символически. То есть белок потихонечку начинает у нас схватываться. Теперь наша задача каждое яйцо слегка как бы, да, отделить аккуратненько от сковородки, потому что где-то местами она, да, вот видите, чуть-чуть прилипла, то есть может прогрев неравномерный. Теперь мы резко берем, подхватываем и переворачиваем. Также мы делаем вот это яйцо, в принципе, оно уже готово. Зараза. Да? То есть, видите? Наши яйца по-французски готовы. Конечно же, одной рукой держать камеру, да, и одной рукой как бы делать весь этот процесс, конечно же, это неудобно. Вот. Поэтому такие у нас замечательные получаются вкусные яйца по-французски. Все это мы украсили зеленым луком, свежей петрушкой. Ну и, собственно, буду приступать к завтраку. Какой завтрак без чая? Конечно же. Всем спасибо за внимание, приятного аппетита!